Обезопасить не только себя, но и окружающих. Такого принципа придерживалась семейная чета Сеховых, когда решила поставить прививку от опасного вируса. Почетные ветераны труда рассказали нашему корреспонденту о том, какие сомнения тревожили их перед иммунизацией и почему они все же решились поставить антиген. Подробности далее. Сотни заболевших, среди них есть и летальные исходы. Ежедневная статистика эпидситуации в регионе, конечно, устрашает. Тяжелее, когда с опасным вирусом столкнулся знакомый тебе человек. Так было у супругов Велиоры и Бронислава Сеховых. Коронавирус унес жизнь нескольких их коллег из Совета ветеранов. Пенсионеры не успели защитить себя от инфекции, потому болезнь их протекала в тяжелых формах. Это окончательно убедило супругов поставить себе антиген. До иммунизации их окружали некоторые сомнения. Сомневались, боялись, тем более у меня кроме этого всяких болячек хватало, поэтому я еще советовалась с врачом, пошла, можно ли мне это делать, нельзя. Сначала вроде сомневались, что и хронические заболевания, потом сказали, ничего, можно. Вот. Конечно, это не сразу пришли. Рассеялось сомнение с загруженностью работы дочери супругов. Трудится она медиком в одной из городских поликлиник. Из-за нестабильной эпидситуации девушка практически не бывает дома. Тогда Велиора и Бронислав начали мыслить масштабнее и пришли к выводу, что переломить ситуацию можно, лишь поставив вакцину. По телевизору ведь какие страсти говорят, и в газетах. И все это разобщило людей уже второй год. У нас дочь, врач, педиатр, она все время с детьми... И на приеме, больные дети на вызовах, все время в контакте. Ну, сын Новосибирский, тоже он привился, дочь привитая. И просто такая обстановка, что сама заставляет, чтобы выйти из этой ситуации наконец. Кстати, Велиора Александровна тоже медицинский работник по профессии. Проработала врачом в железнодорожной больнице больше 40 лет. Был предан и ответственен перед своим делом Бронислав Петрович. Он половину своей жизни руководил движением поездов. Так работа, объединяющая одну сферу, и связала супругов. С тех пор, это около 60 лет, семейная пара принимает решение вместе. Как и то, следует ли им поставить антиген. Мы долго думали над этим. Долго принимали решение. Вот уже полтора года прошло, как пандемия. Но все не хотели, боялись состояния здоровья. Мне 85, ей 82. Мало ли что может быть. Долго колебались, но все-таки приняли решение вот в октябре. Поставили супруги китайский антиген «Верацел». После прививки чувствовали себя хорошо. Не было никаких побочных эффектов, говорят пенсионеры. Потому семейная пара призывает североказахстанцев не бояться и скорее обезопасить себя от опасного вируса. Жанель Бисимбаева, Михаил Казначеев, новости МТРК.